Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. CSGO.RAN, уля-ля, что за сайт? У меня батёк позвонил... не знаю, говорил? У меня батёк позвонил вчера или позавчера, блядь, не помню как. На днях позвонил, говорит. Сходил, у него там это, живот тянуло, пиздец. Он говорит, сходил на УЗИ, камни в желчном пузыре. А я ему, батёк, я в этом шарю. Ну, меня же удаляли несколько лет назад. И я ему там пиздец всего наговорил. Я говорю, ты вообще не парься. Он типа сыкует что-то. Я говорю, ты не парься. Я тебя в московскую клинику в охуенную палацу, ты вообще охуеешь, не заметишь, блядь. Так, кайфанешь под наркозом и уедешь домой. Как нам это тащить, вести? А, Лёнь. Чё?